По Золотому кольцу в этом году побегут жители Тулы и Коломны. Города стали участниками одноименного с туристическим маршрутом спортивного проекта. Полумарафоны и марафоны теперь пройдут на 13 площадках и в новом формате. Добавились эстафеты внутри гонок, а также соревнования по грязному времени, то есть кто первым пробежит. Изменения коснутся и детских стартов. В этом году 300 метров пробегут самые маленькие, от 4 до 5 лет. Ребят постарше 600 метров. Всего организаторы ожидают около 37 тысяч участников со всей России. На каждого приезжающего активного бегуна, с ним приезжает примерно 2,5, в среднем 2,5 сопровождающих. Это друзья, подруги, дети, внуки, правнуки, ну и так далее, то мы оценили, тут несложно посчитать, у нас за 3 года проекта примерно более 77 тысяч человек приехало в регион. В этом году бегом по Золотому кольцу стартует 1 мая в Тутаеве, в Ярославле он будет 2 сентября. А для нашего города полумарафон станет 5-м, завершится же серия гонок 7 октября в российской столице.